Друзі, всім привіт. Зараз настав той момент, коли я їду забирати Ніку. Вже пройшло декілька днів, там два дні пройшло. Я вже так заскучав, що вже все. Говорю, Ніка, я вже вас хочу сином бачити, я вже не можу, просто не можу. У нас осінь. Я ось так от в шортиках. Блін, вперше бачу коня в центрі міста. Все, я вже в Черкасах. Дуже швидко доїхав. Дуже швидко. Зараз залишилось до Золотоноша ще півгодини, це точно їхати. Десь в мене час займаюся дорогою. За усе літо я не один раз не скупнувся. Це вперше. Це вперше в моєму житті, що я вообще взагалі не покупався за все це літо. Це якийсь жах. Блін, ну дуже вікно у мене. Лобове дуже грязне. Але хочу вам показати оці, блін, прикраси наші черкаські. І дуже-дуже обідно, що я все-таки не зумів покупатися. Блін, так хотілося. Ай-яй-яй, не я, не Ніка. Ніка взагалі море не бачила. Купив мамі і папі Ніки тортик. В общем, хай поїдять. З пустими руками приїжджати не можна. Це якось у мене таке виховання, що не можна. Зараз. Це собі взяв рибки кусочок. Гарбуша називається. В общем, ось такий ось пирог. Це я вже у Ніки в місті. Це місто Золотоноша, де вона проживає. Ну, велике місце. Десь 30 тисяч населення, не знаю скільки. Все, зараз вже буду їхати до неї. Все куплене. Ох, вона буде рада. Посилка там. Доброго дня. День, добрий день. Ой, добрий малюк мій. Добрий день. Як дела у вас? Все в порядку. Мені. Не спить цілий час. Не спить? Папку жде. Мою Галюся. Мою Галюся, так за ним соскучився вже. Маленький мой. Папу жде. Буся моя. Ось моя. Киця. Моя киця. Ти покрасилась? Ні, просто пару не підкрасила. Ну тобі красиво, в чорненькому така все. Я вже соскучився дуже за тобою. І за оцим героєм маленьким. Та я бачу. Мій манюнька спить так, ручки положив. І глазки відкриває, прикинь. Киця моя. Він же живий. Мій це манюк, ну так люблю, я так за ним соскучився, так за своїм синочком, мої ручки мої. І за мамою я дуже скучав. Я чувствую себе лишним в цій компанії. Ні, ти моя звіжда, ти моя любов, ти моя життя, все ти моє. Я вийшла, ти мене навіть не замітив. Я тебе замітив, бо я дитину держав, поняла? Я вигружав ці... Хоч би привіт сказав мені. Ну сказав тобі, котик, я просто... Ти на мене обідала, що я тобі привіт не сказав? Ні, що на тебе обіжатися? Малюка, мені зразу в руки дали, мама каже, на, держи. Я говорю, та потримайте його. Ні, на, каже. Так, а що таке? Вони три дня його держали. Угу. Катюня мій. Пора би тобі його подержати. Ти ж отець. Катюня. Старані, я хочу щось статися. Та ну ладно. Угу. Ось сюди, який тут. А мені що? А тобі? Ну купимо щось. Як завжди, так? Да. Зараз собі заїдемо, теж щось купимо. Зараз щось купимо. Все, друзі, ми виїхали. Нікуся вже поклала Давіда в колясочку. Нас батьки нагрузили тут всім, чим хочеш. Там... Їди і знову дуже багато. Там більше моїх віщів. Не знаю. Ну то все одно, блін, я ж бачив, що їда теж є. Нова тачка заїхала в ваше місто і всі так дивляться. Угу. Люди в мерсі сидять, так дивляться. Ого, у вас циганів дофіга, я дивлюся. Дуже. Кінти твої? Ні. Це не мої. Ну так багато, всі тачку дивляться, да? Інтересно. То що, ми зараз до бабусі твої, да, заїдемо? Да. Це вона мене хоче побачити? Ну, тебе в особливості. А, це ж вона мене не бачила. Бабушка спрашує, а що у них було за...
Мама говорит, иномарка. Она говорит, а что, хорошая иномарка? Говорит, какая? А мама говорит, хорошая иномарка. А бабушка говорит, что, джип? Бабушки понятие, джип это хорошая иномарка. Джип это да. Блин, пропустила их жестоко. Что ты будешь делать? Да, она пропустила. Джип? Да. Нема уже у нас машины. Скажу бабушке. Дякую, дякую. Задняя дверь не закрыта. Что значит задняя дверь не закрыта? Какая это? Багажник? Ну все. Не, ось оця дверь не закрыта. Блин, ты представляешь? Все, заехали мы. Это на наш любой перрон. Самая офигенно. Возьмем что-то поесть, да? Да. Взяли своего малюка. Сейчас я... Він вже покушав, так що він не голодний. Чуєш, ти в такому місці класному, взагалі. Це красиво. Де моя? Вот, твоя копчена. Твоя копчена. А що, сира булка не була? Не знаю, я за сиру не питав. Тут класно, це що столики отак поставили. Тут можна сидіти, їсти. Очень класно. І ось твій подарунок, що тобі прислала дівчина. Як її зовуть? Це Софія прислала, правильно? Соня, да. Соня, да, бо я прочитав, що Софія була. Соня дуже переживає за то, прийшла вже посилка, не прийшла, забрали, не забрали, відкрила чи ні. Вона дуже хоче, дуже жде, щоб я відкрила посилку. А, то ще ми зараз тут її відкриємо? О, то це буде взагалі круто. Машину поставили, заправив все повністю, бо піпець. Це дуже красиво, мені дуже тут подобається. Ну то що? Щас, да. Починаємо. А ти зможеш мені допомогти? А що ти хочеш? Відкрити. Посилку? Щас, я їсти хочу, звісно, теж. Ну, давай щас поїмо, угу. А потім відкриємо, да? Ну, я не їв з самого ранку. Взагалі не їв. На 3 кіло, да? 3 кілограма. Соня казала. А що, вона казала косметика? Угу. Щас... У неї... У мами... Магазин косметики. Корейская вроде. Да ты что, ничего себе. Да. Это вообще бескоштовно тебе, да? Просто прислала? Да. И их подарунок? Да, просто как подарок. То ты ее там битрекомендуй, может, в Инстаграме. Чи вона не хочет? Я в Инстаграме скину ссылку в сторис. А вообще магазина. Не хочет, да, сказала? Мне не обовязково. Она говорит, да? Просто так. Ничего себе, оце люди есть, блин. Оце девчонка, дякую. Я говорю, то что говорю. Ну, она говорит, хочу отправить тебе косметику. У меня у мамы магазин косметики, хочу отправить тебе косметику. Говорю, это, говорю, ты что, хочешь рекламу? Она говорит, нет, просто так. Ну, мы же люди благодарные, правильно? Да. А может, это вообще перший. Ничего? Нема. Я перший подивлюсь. А что ты первый? Посылка вообще до мені. Держишь? Да. Блин. О, ё-моё. Какая призвуля. Ну, сейчас подивимся. Ого, это ты что? Это письмо, наверное, счастья. Ну что там? А ну покажи. Ніка та Женя. Я вас дивлюсь дуже давно. Женю вже більше 3,5-4 років. Ви самі найкращі блогери, яких я бачила. Я дуже давно хотіла відправити вам подарунки, але не наважилась. З'явився в мене магазин, я зрозуміла, що це знак. Ахаха. Я дуже рада, що у вас народився хлопчик. Здоров'я та щастя вам, всього найкращого. Нічого собі, покажи. Нічого собі. Ну що, будемо роздивлятися. Дякую, велике, Софія. Ой, як приємно. Ну що? Зараз, подожди. Ого. Ой, куди там? Це ж мені. Зараз. Давай ему соску. Маленький, пожалуйста, дай мне сделать распаковку. Ну давай. Вау! Все так это любишь. Ой, как приятно. Да? А особенно, когда бесплатно, я вообще... Класс, а ну. Оно все просто не на нашем. Это, по-моему, спрей Victoria's Secret. Made in France. Нічого собі. Клас! Женя, та ти що? Я да. Буду... Ну така. Будеш крута. Ух ти, йо-моє, тут. Суть в тому, що воно все не на нашому. Я не помню. Вона мені за кожне об'ясняла. Це, мабуть, якийсь бальзам.
Не знаю, надо буде це відкривати. А потім, потім лучше. Ладно. Скажи, держи дитину лучше. Да. Тут даже конфеты есть. О, ничего себе. Чуешь, тебе такой бокс, блин. Это сыворотка. Это сыворотка для лица. Это я точно помню. Она тебе писала даже, да? Она мне за каждое, она вот показывает, что вот такое, и объясняет, что это такое, с чего оно. Ничего себе. Она за все мне рассказывала, да. Это капсулы, какие-то капсулы для волос и какие-то вроде для лица капсулы. Это надо переспросить. Ничего себе. Ой, маленький. Давид, не даст нам, блин, а он маленький. Подивиться. Маленький, подожди. О, это масочка для лица с улиткой. Угу. Дальше, да, ты давай бегом, бо... Я не могу бегом. Уже много, да, всего? Это я не знаю, что это такое. Я не помню. Ладно. Мне потом Соня объяснит обратно, что это такое. Это скраб для тела. А, нет, это не для тела, это для лица вроде бы. Не, давай ее потом. Давай, может, я ее попрошу. Давай. Подожди, я не... Она не отпускает. Давай я посниму. Так оно же снимает там, по-моему. Мы будем подожди, так снимать. Цифры вверху. Да. Она так. Снимает. Дело ну, в давай, том, что показывай. Давид у нас начал плакать, поэтому я отдала его папе. Продолжаем дальше. Так. У папы, кстати, не ревет, блин. Только у меня ноет. Так. Это... Голубоглина. Вот здесь по-русски. Капец, как всего много! Это... Тут нарисованные губы. Это блеск для губ. О, таты шо! Ой! Ой, девочка, смотри, какая угу. Нарисованная. Ты, может, захочешь, приближаю это посередине, единичка. Не, не надо тут все да, видно. Видно. Это да, для губ. С виноградом. О, я обожаю вот такие инстамаски. Я постоянно, когда в Еве, покупаю инстамаски. Подожди, как мой сын заснул, Ника. Блин, вот суть в том, что он только уже не успокаивается вот да, так. У меня нифига так не успокаивается. Вот маска с черникой. Это я уже по логике здесь просто... А, нет, есть русский перевод. Даже не русский, а украинский. Украинский. Так. О! Патчи для губ. Представляешь? Я всегда видела, но никогда не пробовала. Патчи для губ одни, патчи для губ. Это с персиком. Это с медом. Ой, та ты шо! Женя, я счастлива! Да? Да. Это маска. А это вообще что это за... Фрукт или что это такое, непонятно. Не знаю, что это такое. Ну, маска для лица. Это патчи для глаз. О, боже, как я счастлива. Вот такая маска с кокосом у меня была. Я знаю, хорошая маска. О, я такие маски, кстати, я обожаю. Я постоянно покупаю всякие маски, там, всякими там мишками, зайчиками, котиками. Такое я люблю. Это тоже патчи под глаза. Ой, боже мой, боже, как я счастлива. Да, ты тоже счастлива? Я очень счастлива. Это какие-то капсулы, надо у Сони переспросить. Для чего они, потому что они разные. Это... Я не помню, что это такое. Не помню. В общем, все, что я не помню, я буду переспрашивать у Сони. Это... А что же это такое? А ну, сейчас откроем. Это... А что это? Я сейчас подниму. В общем... Спросишь. Я не знаю. Девчата, кажите и пишите в Инстаграм, что это такое. Это корейская косметика, поэтому, ну, видишь, тут перевода даже нету. Это все Соня знает, она мне все будет объяснять. Я, если что-то не буду понимать, я буду ей фоткать и спрашивать, что это такое. О, а это...
это Соня знает, что моя любовь видно это... Видно на камеру, что ты показываешь? Да. Это Соня знает, что у меня любовь, это губы для карандашей. Говорю, губы для карандашей, карандаши для губ. Я просто обожаю карандаши для губ. Вот такие коричневенькие, все как я люблю. Та ты шо? Сейчас убисяюсь от счастья. Это какая-то маска. Ну что это за маска, непонятно. Давай. Блин, мне Соня объясняла за все, но я половину не помню, что это такое. Наверное, будет вот, видишь, ну какие-то типа таблетки и что-то. Это что-то маска, блин, не знаю. Мне тоже кажется, какая-то масочка. Ну, в общем, я не помню. Карандаши, как я обожаю. Это 3D карандаш, 3D липстик. 3D, наверное, какой-то карандаш для губ. Женя, боже! Еще один карандаш 3D. Ты довольна? Я очень довольна. Сказать, что я довольна, это просто ничего не сказать. Какой-то крем. Все, все. Смотри, какой милый этот. Помада. Ага. А Женя вообще все по барабану. Та что ж дитина, блин, на руках. Это с яблоком тинт. Я вообще не знаю, что такое тинт, но это сейчас модно. Угу. Для губ. Это какая-то маска с модом. Угу. Это тоже, наверное, какая-то маска. Вот это корейцы придумали, скажи. Маска с медом. Это она говорила нам с тобой маски. Вот это видишь, вот это единичка, это двоечка. Наверное, сначала вот это, а потом вот эту. Угу. Она говорила, что это нам с тобой. Это я помню. Конфеты! Это, кстати, я люблю такие конфеты. Блін, вот прикольна вот эта штука, бо мені нравится. Оце конфет наложила, вже так, щоб я більше не просила. Щоб тебе попа склеїлась. Масочка. Ой! Ой, боже мой! Щас. Ти довольна? Я очень довольна. Ну, тут скажу, що треба сказати. Сейчас я не досмотрела, я все скажу. Масочка. І вот это маски в стиках. Угу. Видишь, это с грейпфрутом, это с твоей любимой, что это, лохина, я не знаю, как по-русски. Вот масочка, это с, блин, забыла, растение, Женя, что это такое? Алоэ. Алоэ, точно, это с алоэ, это непонятно. Ну, в общем, дофига есть. Вот с алоэ, вот. И вот. Все, едем, все. Вы ну только шо? Посмотрите, сколько всего мне передала Соня. Сонечка, что я хочу тебе сказать? Я очень счастлива. Я обожаю такое все. Спасибо тебе большое, котик. Да, Ника любит такие подарунки, дякую. Мне очень приятно, спасибо тебе большое за то, что есть такие классные, хорошие, добрые малышки, как ты. Просто... Ты правильно говорила, добро возвращается. Все ты правильно говорила. Так, если кто-то хочет отправить подарунок, вы можете написать Нике в Инстаграм, або мне, я вам дам адресу, и мы обовязково распакуем ваши подарунки. В общем, очень крутая посылка, я очень довольна. Мне кажется, что у меня за все 25 лет не было столько косметики, сколько ты мне прислала. Спасибо тебе большое. Магазин, все будет в истории. Маме привет. Соня, маме спасибо дякую. Тебе большое. Письмо, косметика. Просто. Ну що, поїхали? Обожаю. Поїхали, так? Да? Так, да, поїхали. Все, бо це зашну наш шабака, шабака. Блин, клас, я така довольна, вообще просто. Довольна? Очень. Очень довольна.